Кроме сочинских спортсменов, участвуют в соревнованиях по легкой атлетике юные жители Ленинградской и Московской областей, Ростова, Краснодарского края и Абхазии. Подобные спортивные мероприятия проводятся ежегодно. Конечно, не совсем везет с погодой, но настрой у ребят боевой, как и желание достойно выступить за свою спортивную школу. Сочи представляют легкоатлеты из первой спортшколы Олимпийского резерва и детской спортивной школы номер один. Эти соревнования проводятся уже в 23-й раз, и они посвящены памяти нашего тренера Руслана Николаевича Левицкого, который был разведчиком во время войны и был награжден орденом «Слава двух степеней». И он стоял у истоков организации нашей школы. Это было еще в далеком 1947 году. И он подготовил очень много сильных, хороших спортсменов. И вот в память о нем с 1994 года, как он скончался, мы проводим эти соревнования.